Мы пришли. Остались какие-то 100 метров до убежища. Значит, вот так это все выглядит. Просто парабола, внутри которой находится вот этот компаниль. Словно приемник какой-то космический. Осталось совсем чуть-чуть. Вот можно увидеть. Вон он. Убежище красного цвета, как нарисовано, как на фотографиях в интернете. И мы идем. Идем неотвратимо к цели. Здесь есть травка вот такая. Жалко, невозможно передать запах. Это нереально. Хочется просто носом залезть в траву, просто банально засунуть нос в траву и лежать под носом прямо в траве, вот так вот. Настолько это приятно. Осенние горы – это философия. Это сила. Вот такие вот дела, ребята. Вот с нами шли ребята, позади нас были. Мы остановились на мгновение сделать фотосессию. Бах, они пришли первыми. Но на самом деле первыми были мы. Это шутка. Вот такая вот история сегодня случилась с нами. Еще нам предстоит спуститься, поэтому с Божьей помощью потихонечку мы на где-то на 2200 сейчас, 2100. Завидуйте. Всем пока.